Привет всем! Что делать, если стиральная машинка не сливает? Первым делом надо сначала вот здесь вот снизу, во многих, ну, во всех машинах, но, ну, в основном здесь вот стоит такой вот кожух, вот. Его снимаешь, и в итоге надо открутить вот эту вот приблуду, достаешь, здесь вот начинается вот такой вот сюжет обалденный. Вот, первым делом чистим мы вот эту вот вещь. Если не помогает, дальше смотрим. В итоге берем мы машинку. Нам надо ее положить. Надо. Так, убираем все эти нам ненужные вещи. Кладем. Вот. Теперь мы добрались до насоса. Вот он, насосик. Вот. Проверяем, снимаем вот эти все вещи. Вот. Чтобы снять патрубок вот этот, надо пассатишками взять этот хомутик. Вот так ослабляем и смотрим. Ищем. Здесь может быть всякая гадость находиться. Ну, в нашем, в данном моменте здесь гадости никакой нету. Дальше берем отвертку, откручиваем три болтика вот здесь. Один. Так, надо снять еще здесь электропровод. Ладно, электрический провод пока снять не могу. Откручиваем еще два болта. Все легко откручивается. Не обязательно насос снимать, но кому надо, по идее, кто будет разбирать. Мне, по идее, уже это не надо. Просто для вам показываю. Так. Надо промывать все эти вещи. Вот. Так, снимается вот так. Все легко и просто. Вытаскиваем провода. Ой, блин, сейчас. Как они вытаскиваются, еще посмотреть надо. Что-то держит. Вот, сейчас я снял его. Сам насос. Смотрите, что здесь происходит. Грязь. О, какая здоровая. Дальше. Снимаем эти все патрубки. Вот, все вытаскиваем, все вот эти все причиндалы, все промываем, промыли, собрали, не работает, если. Вот, бывают такие моменты, у меня был момент такой, не работало. Вот, значит, переходим к следующему этапу. В итоге берем, подсоединяем плюс и минус, 220, ничего страшного, это движок на 220, вот. Ничего опасного в этом нету. Если двигатель стоит, не крутится, делаем мы ход конем. Дальше. Снимаем резиночку. Ну, лучше снять, можно не снимая. Берем отверточку плоскую. Потихонечку. Берем. Вот здесь вот такие есть моментики небольшие. Начинаем оттопыривать аккуратненько. Она идет потихонечку. По кругу. Желательно. Крест-накрест. Так. Все, мы это дело освободили. Теперь нам ее надо достать. Достаем мы ее. Вот. Мало того, что, допустим, фух, она не крутится. Сейчас пока мы с этой подождем чуть-чуть. Положу пока на стол. Вот. Открываем ее. Смотрите, какая здесь зараза внутри. Вот она. Промываем ее по-любому. Вот так вот напорчиком, такой все это, кисточкой, кто чем может. Промываем ее. Дальше. Вот. Смазка стоит дорого.
Вот, ну, допустим, так вот, покупать ее смысла нету, дорогая. Я как делаю? Беру тряпкой, протер все дело, пока ну, рабочий движок этот, вот, сейчас хорошо на профилактику, ну, в принципе, можно и протереть. Вот, протерли. Внутри тоже протираем. Вот, сейчас я помою вот это дело. Вот, промыл я чистенько все. Устанавливаем обратно мы. А, вру. В итоге ставим обратно вот этот колпачок. Ну, у меня в данном моменте вот так. Назад втыкаем пропеллер. Ставим обратно мы резиночку. И идем его проверять. Сконструировал такой проводок. Вилочка и вот такие вот маленькие оборвыши. А, сейчас. Чтобы у нас лохмотьев здесь не было, чтобы не замкнуло. Втыкаем в розетку. Так. И соединяем два провода. Двигатель работает. Так что, ребят, такая вот тема. Берем назад, все устанавливаем. Машинка будет работать, сливать. Вот. Так что такие вот дела. Хлеб у многих будет потерян. Ну, которые ремонтируют машинки стиральные. Так что, ребят, ставьте лайки, кому понравилось, кому нет, дизлайки. Все, всем удачи. Подписывайтесь на канал, не забываем. Пока.